«Новопорт» — это крупнейшая сеть из 7 региональных российских аэропортов. Маршруты охватывают 122 города в 28 странах. «Новопорт» инвестировал свыше 11 миллиардов рублей в строительство и реконструкцию аэропортовой инфраструктуры. Размер новых площадей равен 8 футбольным полям. Суммарный пассажиропоток за 2013 год составил более 7 миллионов пассажиров, что сопоставимо с населением Болгарии. Грузопоток достиг 45 тысяч тонн. Выручка компании превысила 11 миллиардов рублей. Консолидированная рентабельность приблизилась к лучшим мировым практикам. Компании «Новопорт» и «Роснефть» представляют проект по модернизации и реконструкции инфраструктуры в аэропортах Манас и Ош. Проект одобрен Межправительственной Кыргызско-Российской комиссией по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и Министерством транспорта России. В соответствии с проектом компания «Новопорт» создает в Кыргызской республике 100% дочернюю компанию «Новопорт Киргизия». Она заключает с международным аэропортом Манас договор на управление сроком 25 лет. Аэропорты остаются в собственности международного аэропорта Манас и Кыргызской республики. Объем инвестиций в проект составляет до 300 миллионов долларов США, предоставленных компанией «Новопорт Киргизия» в качестве кредита одним из государственных банков Российской Федерации. Цель проекта – создание международного трансконтинентального хаба. Стратегический объект позволяет существенно развить транзитный потенциал Кыргызской республики. Аэропорты смогут вовлечь в свою зону притяжения до 20 миллионов жителей Центральной Азии. Уникальное географическое положение позволит использовать Манас в качестве крупнейшего интермодального пассажирского и грузового комплекса. «Новопорт» готов взять в управление все предприятия международного аэропорта Манас. Но сегодня основное инвестирование отдается развитию флагманских филиалов – аэропортов Манас и Ош. В настоящее время «Новопорт» готов приступить к разработке полной программы инвестиций и представить ее на рассмотрение властям Кыргызской республики. Разработка инвест-программы начнется сразу после одобрения предложенной схемы реализации проекта. В то же время уже сейчас ясно, что частью инвест-программы станут реконструкция аэровокзальных комплексов, что повысит пропускную способность и качество обслуживания. Реконструкция взлетно-посадочных полос, расширение перронов и строительство дополнительных мест стоянок. Реконструкция объектов инженерного обеспечения, строительство новых топливозаправочных комплексов, строительство новых грузовых терминалов с возможностью наращивания производственных мощностей, обновление и наращивание парка оборудования и специального транспорта, создание сопутствующих видов бизнеса. Реализация проекта укрепит и расширит сотрудничество с национальными авиакомпаниями Кыргызской республики. Реализация проекта «Новопортом» выведет на новый уровень сотрудничества аэропортов с ведущими российскими перевозчиками, некоторые из которых могут стать базовыми для аэропортов Манас и Ош. К 2020 году маршрутная сеть из Бишкека будет увеличена на 60 направлений. Аэропорт Ош будет охватывать более 20 направлений в страны Евразийского союза, Китая и Ближнего Востока. Пассажиропоток аэропорта Манас к 2020 году составит свыше 3 миллионов человек, аэропорта Ош – 2 миллионов. По оптимистическому сценарию, суммарный пассажиропоток аэропортов Манас и Ош к 2020 году может составить свыше 7 миллионов пассажиров. Грузопоток аэропорта Манас к 2020 году составит 50 тысяч тонн груза и почты. Одной из задач проекта является кардинальное увеличение грузопотока в аэропорту Ош. Благодаря удачному географическому расположению и строительству современной грузовой инфраструктуры, аэропорт к 2020 году будет обрабатывать до 10 тысяч тонн груза и почты. Цель проекта – дать возможность международному аэропорту Манас увеличить к 2020 году выручку в 2 раза по сравнению с 2013 годом, а чистую прибыль – в 6 раз. При этом предоставление кредитных ресурсов не будет основным фактором развития. Реализация проекта дополнительно пополнит бюджет Кыргызской республики налоговыми отчислениями на сумму свыше 4 миллиардов сом в период до 2020 года. Дополнительно только на основном производстве будет создано более 1000 рабочих мест. Возникающие сопутствующие сервисы и службы добавят еще более 1000 рабочих мест.
Существенным дополнительным стимулом и фактором развития аэропортов может стать присоединение Кыргызской Республики к единому таможенному пространству, что позволит реализовать дополнительные проекты, характерные для него. Проект позволит реализовать программу развития основных аэропортов Кыргызской Республики с участием профессионального аэропортового оператора с целью повышения эффективности, окупаемости и привлечения необходимого финансирования. Новопорт может стать стратегическим партнером ОАО «Международный аэропорт Манас» в создании логистического хаба международного уровня.